привет, мужики. Я прошел онлайн-тренинг у Владимира Шамшурина и ни капли не пожалел ни потраченного времени, ни потраченных денег. Потому что он на самом деле много дал мне. Раньше я не то чтобы познакомиться, даже привет, еле как говорил девушкам. Вот, а сейчас могу спокойно познакомиться с практически, наверное, любой девушкой, которую увижу. Вот. И хочу, чтобы другие люди, которые испытывают такие же трудности, как я раньше испытывал, прошли тренинг и, соответственно, как-то развились в этом плане. Для меня самым таким жестким заданием на тренинге было задание. Вот. Но, правда, после него, на самом деле, меня оно так распустило, что я мог подходить к практически любой девушке и знакомиться. А также хотел бы выделить тренера Дмитрия, который действительно меня хорошо разогнал. Вот. Даже когда мне хотелось уже уйти домой, он меня все равно пинал до конца, но и мы совместными усилиями добились результата. Поэтому, если у вас действительно трудности какие-то, мне кажется, что все-таки стоит пройти, не пожалеть своих денег, вам это все равно потом вернется. Вот. Спасибо за внимание.